Более 2 миллиардов рублей направят власти региона на организацию детского отдыха в 2021 году. При этом 1 миллиард 900 миллионов из республиканской казны и почти 250 из муниципальных бюджетов. Об этом сообщил сегодня министр образования и науки республики Айбулат Хажин. При этом стоимость суточного отдыха ребенка в загородном лагере составит примерно 900 рублей, а в пришкольном 120 рублей. В период весенних каникул в регионе работали 317 пришкольных и 8 загородных лагерей, в которых отдохнули более 20 тысяч детей. По словам министра, главная задача – это обеспечение максимального и безопасного отдыха детей. На сегодняшний день активно ведется подготовка объектов отдыха, оздоровление детей к летней кампании. По предварительным данным, летом с учетом требований ковидных санпинов планируется работа 2385 загородных пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха, а также запланировано мероприятие малозатратными формами отдыха. В 2021 году планируется охватить всеми формами отдыха более 319 тысяч детей. Вот из-за ослабления антиковидных мер загрузка загородных стационарных лагерей увеличено с 50 до 75%. Айбулат Хажин добавил, что на весенних каникулах стартовала реализация проекта «Каникулы дети Башкортостана». Он предполагает проведение в пришкольных лагерях медиа- и бизнес-смена, также смен юноармеец, Яляу, лидер и робо-каникулы. Кроме того, Министерством образования разработана программа летних каникул для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также онлайн-смены.